Что касается Николая Левашова, то я считаю, что этот человек совершил гигантский жизненный подвиг. То есть за те 6 лет, которые он прожил в России после приезда из Соединенных Штатов, он сделал столько, сколько не сделал, наверное, никакой другой человек для возрождения нашей страны. Ну или хотя бы для попыток ее сохранения. Исторические его книги историками, конечно, будут оцениваться отрицательно. Его физические книги и книги по устройству Вселенной также не будут приняты. А что касается его экстраординарных способностей, то я допускаю, что они были. Я допускаю, что Левашов действительно делал чудеса, но во все, что он говорил, и во все, что он утверждал, мне пока не верится. Так что вот такая у меня позиция по отношению к Николаю Левашову. Это действительно великий человек, но мне кажется, что некоторые вещи, которые он говорил, это фантазия. Но несмотря на это, я его действительно считаю настоящим героем России.